Ну что, пришла зима, начался сезон. Давайте в саду покормим синичек, чтобы они летом нам помогали поддерживать сад в нужном состоянии. Значит, вот здесь у нас такая кормушка импровизированная, сделана с несоленым салом для синиц. Можно посмотреть, как они его долбут. Вон выдолбана какая дырка. Надо поправить проволоку, а то оторвется. Почему такая кормушка, почему просто нельзя повесить кусок? Потому что кроме синичек здесь еще летают сороки и вороны. Это такая шкодливая зараза, что оторвет сало и не спросит, чье оно было. Вот поэтому приходится делать такой домик. Этот ящик не дает возможность вороне сесть. Если просто повесить, ворона садится и сбивает сало, ну или проволоку сбивает, в общем, и раздалбывает. А так коробка ей не дает, снизу ворона не может взять, а сверху ящик не дает. А синички подлетают под низу, цепляются и грызут. Вот. Это внутренний жир. То, что у нас называется сдир. Вот его прекрасно синички едят. Главное, чтобы был не соленый, потому что в мороз синицы умрут от жажды. Соль требует воду. Воды напиться негде, все мерзло, и птицы умирают. Поэтому не соленое сало. А пшено и семечки насыпем в кормушки. Ну, пшено больше для воробьев. А семечки? Да семечки едят и грабцы, и синички тоже. Так, здесь уже пусто. Снег отсюда уберем. Обычные черные сырые семечки. И пшена стакан. Такой сделаем для них ассорти. Ну, сейчас пройдет какое-то время, они все будут здесь, будет видно. Идем дальше. Я в трех местах, в трех или в четырех местах на весь участок вешаю кормушки. Из банки, из обычной трехлитровой банки неплохой получается такой вариант. Ну, единственное, что надо один раз заморочиться, проволокой обвязать. Это, в общем-то, удобное решение, потому что в банку не залетают. Те же сороки не могут из банки взять корм. Так, и пшено. Пробовал перловку сыпать, то перловку пшениц, синицы вообще не едят. И зерно, кстати, тоже не едят. Пшеницу обычную. Снег уберем. Так. И еще одно место. Здесь. Здесь видно, что были синички. Вон сколько шелухи белых семечек. Это батя им насыпал белые семечки. Вот четко видно, как вскрывает семечку сбоку и выдалбывает серединку. Здесь банка намертво прикручена, то не очень удобно засыпать. Наверное, сейчас жменей засыплю. Так. Ну и пшена немножко.
Надо как-то сделать, чтобы банка ворочалась. Кстати, вот этой кормушке уже, наверное, лет 15 или 20 здесь. Такая рогатина была удобная, банка четко ложилась на нее. Ну, я ее здесь и привязал. Ну, сейчас пройдет какое-то время, можно будет с камерой аккуратно выглянуть на улицу, посмотреть, как синички в банках кувыркаются. Если их кормить зимой, то они с наступлением, скажем, весны, они особо не разлазятся в другие места, они крутятся здесь в саду. Ну и, в общем-то, делают свою полезную птичью работу. Выдалбывают всякие жучки, насекомые, личинки. Чистят садок от вредителей. Ладно, пойдем заниматься делом. Спасибо всем за внимание. Приходите на наш канал. Узнаете много интересного. Еще калину попробуем. Она уже после мороза должна быть не такая горькая. Брехня. Все равно горькая. Единственное, что мерзлая. Ладно, хай ее синички сами едят. Так синички едят сало. Боятся, я выхожу на улицу, боятся меня. Кстати, есть два сорта синичек. Если заметил синички с черной головой, такие стандартные, как в детстве у нас были. И есть какие-то синички с синей головой, такая ярко-голубая. Не знаю, откуда они. Ладно, не будем им мешать.